Добрый день. Начинаем наш традиционный брифинг. По-прежнему в онлайн-формате с дистанционным подключением журналистов. Итак, текущая ситуация с коронавирусом в мире. Динамика распространения коронавирусной инфекции по итогам последних двух месяцев остается неутешительной. Несмотря на усилия эпидемиологов, национальных правительств, всего международного сообщества, достигнутый летом определенный прогресс в борьбе с пандемией COVID-19 стал замедляться. Об эскалации заболеваемости говорят данные глобального суточного прироста инфицированных во всем мире. Он превышает 2-3 раза показатели весеннего отрезка эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, недавно на фоне ежедневно ползущих вверх в среднем на 350 тысяч показателей регистрировались рекордные суточные скачки в более чем 465 тысяч заболевших. Число подтвержденных случаев заражения превысило 44 миллиона, и из них около 25% в октябре. Жертвами эпидемии стали свыше 1 миллиона жителей нашей планеты. Более половины этой статистики приходится на США, Индию, Бразилию. Рекордный прирост инфицированных на этой неделе имел место во Франции, Британии, Бельгии, Италии, Испании. Этот список можно было бы и продолжить. В так называемой «красной зоне» оказалась вся Европа. Ситуация не улучшается в Латинской Америке и ряде стран Азии. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время, цитирую, «достигнут критический период нынешней пандемии, особенно в северном полушарии». И в ближайшие месяцы, по оценкам большинства экспертов в области медицины, в том числе специалистов Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, ситуация в большинстве стран, к сожалению, только ухудшится. В таких условиях национальные правительства вынуждены и далее ужесточать карантинно-ограничительные меры с акцентом на методы, которые уже применялись, были апробированы, и при этом которые бы не навредили экономике, которая приняла, конечно, на себя ощутимый удар первой волны пандемии. Эпидемическая ситуация вокруг ряда традиционно популярных у наших туристов зарубежных курортов развивается, в общем-то, в русле общемирового тренда, хотя власти на местах предпринимают усилия, весьма энергичные, по контролю за распространением COVID-19. Мы исходим из того, что обстановка на туристических направлениях остается весьма нестабильной. Это может в любой момент принять и более драматический оборот, она может в любой момент ухудшиться, что сейчас мы уже наблюдаем в некоторых регионах мира. Хотела бы сказать, что в связи с распоряжением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 14 октября текущего года было возобновлено на взаимной основе авиасообщение с рядом стран. С 1 ноября также будет возобновлено авиасообщение с определенными странами. Вновь обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков. Я также хотела бы продолжить тему, которую мы ведем уже несколько месяцев, оказание гуманитарной помощи Российской Федерации ряду стран. В этот раз я хотела бы сказать о Вьетнаме. С начала пандемии правительство Вьетнама, ряд министерств, ведомств и муниципальных образований в духе дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства передали в дар Российской Федерации несколько партий защитных масок в общей сложности около 1 миллиона штук и санитарно-гигиенических средств. Большая часть была отправлена во Владивосток и поступит в ведение Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Также прорабатывается вопрос о приеме российской стороной, собранных во Вьетнаме по лицензии одного из ведущих мировых производителей медоборудования, 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы выражаем искреннюю признательность вьетнамским партнерам за оказанную помощь и поддержку. И во исполнение договоренности на высшем и высоком уровнях Россия и Вьетнам выстраивают тесное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции по линии соответствующих уполномоченных ведомств и организаций сторон. Продолжается эффективное сотрудничество на базе совместного российско-вьетнамского
тропического научно-исследовательского и технологического центра. Осуществляется обмен специалистами, углубляются контакты по линии профильных научно-исследовательских структур. А с февраля по май текущего года во Вьетнаме находилась группа отечественных вирусологов. Также успешно функционировала ранее переданная вьетнамским ученым мобильная лаборатория для диагностики опасных вирусных инфекций. Ну, такой пример взаимной помощи и взаимной поддержки. Он отнюдь не единичный, их много, но обо всем мы рассказывать не можем в силу времени, поэтому приводим такие примеры. Теперь о ряде мероприятий в Министерстве иностранных дел и по линии нашей дипломатической службы. Как вы знаете, на этой неделе завершается российское председательство в Совете Безопасности ООН. В целом его можно охарактеризовать как насыщенное, плодотворное. Отдельно подробно проинформируем вас о результатах. Сегодня под председательством постоянного представителя России при ООН, господин Небензи, состоятся открытые дебаты Совета Безопасности на тему «Женщины, мир и безопасность». Напомню, что в этом году исполняется 20 лет с момента принятия профильной резолюции Совбеза ООН по данной тематике 13-25. Также активно работают наши заместители министра иностранных дел. В частности, завтра состоятся контакты замминистра иностранных дел господин Грушко с политдиректором МИД Португалии. По итогам, безусловно, мы вас проинформируем, разместив соответствующее сообщение на сайте нашего ведомства. О дополнительных мероприятиях мы также будем вас информировать. Теперь переходим к актуальной международной повестке. И, конечно, ситуация в Нагорном Карабахе, я имею в виду Нагорно-Карабахское урегулирование в целом, ситуация в регионе. Очень много вопросов поступает. Хотелось бы также прокомментировать и сделать это в первую очередь. Я уже рассказывала на прошлом брифинге и комментировала ряд сюжетов. К сожалению, обстановка в зоне Нагорно-Карабахского конфликта остается сложной. Военное противостояние сохраняется в этих условиях с целью скорейшего достижения деэскалации конфликта и перезапуска переговорного процесса. Продолжаем предпринимать энергичные усилия как в национальном качестве, так и в составе Минской группы ОБСЕ. С лидерами Азербайджана и Армении регулярно общается по телефону президент России. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха затрагивалась в беседах российского лидера с президентом Турции. Сергей Лавров обсуждал ее с министром иностранных дел этого же государства и министром иностранных дел Франции. Нагорно-Карабахская проблематика была затронута и в интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова афинскому македонскому агентству новостей 26 октября. В сообщениях для СМИ по итогам последних контактов отражена основная канва. Повторю, главное. Мы глубоко озабочены продолжающимися военными действиями, все более масштабным вовлечением в бой столкновения иностранных наемников с Ближнего Востока. Заметно выросли издержки для экономик и обществ конфликтующих сторон. Убеждены в безальтернативности мирного решения проблемы, необходимости возобновления переговоров в рамках усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как вы знаете, 23 октября в Вашингтоне прошли раздельные встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана с госсекретарем США и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. По их итогам стороны подтвердили намерение возобновить гуманитарное перемирие с 8 часов утра 26 октября. К сожалению, очередная попытка мирового сообщества прекратить боевые действия в указанные сроки не увенчалась успехом. Для обсуждения дальнейших шагов достигнута договоренность об очередной встрече в Женеве 30 октября министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Киргизская республика, российская сторона продолжает отслеживать развитие ситуации в этой дружественной нам стране. С удовлетворением отмечаем, что на данный момент обстановка постепенно стабилизируется. Мы рассчитываем, что новое руководство республики приложит все усилия для закрепления обстановки в стране и сделает это в исключительно правовом русле, продолжит курс стратегического партнерства, союзничества с Российской Федерацией, будет соблюдать достигнутые ранее договоренности в политической, военной, экономической, культурной и других областях двустороннего сотрудничества, а также в рамках ЕАЭС, УДКБ, СНГ и ШОС. Я хотела бы сказать несколько слов о мировой реакции на заявление президента Российской Федерации о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД. Напомню, 26 октября президент Российской Федерации выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки.
учитывая соответствующую тематику. В заявлении подтверждено предложение странам НАТО объявить о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, аналогично мораторию, который был ранее объявлен России. Предложено рассмотреть варианты мер проверки для снятия имеющихся в данной сфере озабоченности на основании взаимности. В связи с этим обращает на себя внимание, ну, на наш взгляд, несколько поспешное, да и вообще хотелось бы, в общем-то, обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже, собственно, не вникая в суть российских предложений, отвергли их. Такую позицию европейцев сложно рассматривать иначе, чем свидетельство нежелания заниматься совместным поиском взаимоприемлемого урегулирования. А я хотела бы напомнить, что ситуация сложилась в ракетной сфере. Мы ее характеризуем, в общем-то, как кризис, и всю полноту ответственности за него несут Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО, которые безоговорочно поддерживают Вашингтон. Хотелось бы особо отметить, что президент России в своем заявлении предложил рассмотреть конкретные взаимные верификационные меры, которые напрямую способствовали урегулированию озабоченностей, которые имеются как у Российской Федерации, так и у НАТО. Хотелось бы надеяться, что в столицах государств Североатлантического альянса для начала все-таки задействуют аналитические способности и смогут непредвзято проанализировать, рассмотреть, изучить российскую инициативу. Надеемся на конструктивную реакцию. Россия остается открытой, равноправной, конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала, подчеркиваю, по вине Соединенных Штатов Америки договора о РСМД, к восстановлению доверия, укреплению международной и региональной безопасности. Еще одна тема, связанная с мировой и международной стабильностью. 22 января не текущего, а следующего, 2021 года, только должен вступить в силу договор о запрещении ядерного оружия. Он недавно набрал необходимое число ратификаций стран-подписантов. Подобное развитие событий вокруг данного неоднозначного документа не может не вызывать сожаления. Объясню, почему. Хотел бы напомнить, что договор разрабатывался без участия России, как и, собственно, других ядерных держав. Причины, по которым мы не принимали участие в его выработке, хорошо известны. Могу их кратко перечислить. Во-первых, мы не видим никаких юридических лакун в отношении ядерного разоружения. Хотелось бы отметить, что договор указанный разрабатывался без учета фундаментальных принципов, которые лежат в основе договора о нераспространении ядерного оружия. Они, на наш взгляд, должны быть применены и применяться последовательно и без искажений. Во-вторых, мы твердо убеждены, что договариваться по такому серьезному вопросу, как ядерное разоружение, можно только на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, включая государства, которые обладают ядерным оружием в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Следующий, третий момент. Для нас были неприемлемыми концептуальные рамки переговорного процесса по указанному документу, которые, по сути, игнорировали стратегический контекст и рассматривали тему ликвидации ядерных вооружений в отрыве от существующих реалий международной безопасности. Мы с уважением относимся к взглядам тех, кто выступает за отказ от ядерного оружия. Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира. Однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которые предполагают искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения. Поэтому считаем выработку договора о запрещении ядерного оружия и его продвижение ошибкой. Мы не видим, каким образом данный документ сможет внести практический вклад в процесс ограничений и сокращения ядерных вооружений. Более того, для нас очевидно, что данный договор провоцирует дополнительные разногласия и отчужденность между государствами. Он может нанести непоправимый ущерб для договора о нераспространении ядерного оружия и основанной на нем системе ядерного нераспространения. Мы твердо убеждены, что реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений в условиях укрепления международной безопасности, стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств. Договор о запрещении ядерного оружия явно не отвечает этим критериям. Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать данный документ. Он не будет иметь обязывающего характера для Российской Федерации. Мы не считаем, что он устанавливает
какие-либо новые стандарты либо нормы или способствует развитию обычного международного права. Россия, как и ранее, готова продолжать вносить весомый практический вклад в освобождение мира от угрозы, которую несет ядерное оружие. В этом контексте мы остаемся приверженными продолжению индивидуальных и коллективных усилий в рамках НЯО в интересах дальнейшей реализации целей и задач в области ядерного разоружения в условиях равной и неделимой безопасности для всех. Хотелось бы также прокомментировать заявления, которые были сделаны в Соединенных Штатах Америки о размещении гиперзвуковых и ракетных вооружений в Европе для, как они сказали, сдерживания России. Мы обратили внимание на высказывание советника президента США по национальной безопасности О'Брайена 28 октября на мероприятии Вашингтонской неправительственной организации Хадсоновский институт о том, что США готовы пойти на размещение в Европе гиперзвуковых и ракетных вооружений для сдерживания России. Вот учитывая те заявления, которые американские политики себе позволяют, хотелось бы посоветовать американской политической элите сдерживать не Россию, а себя. Не может не вызывать глубокого и искреннего недоумения то упорство, с которым Соединенные Штаты Америки добиваются создания предпосылок для возникновения в Европе нового ракетного кризиса. Слова о размещении американских ракетных вооружений в Европе звучат особенно цинично на фоне заявлений, собственно, президента России, о котором я уже сказала, от 26 октября, в котором он не только подтвердил приверженность нашей страны мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе, но и предложил странам НАТО, соответственно, и США, ряд практических идей по взаимным верификационным мерам для снятия имеющихся в ракетной сфере озабоченностей. Мы призываем Вашингтон и его союзников внимательно изучить нашу инициативу и конструктивно на нее отреагировать. Мы уже не раз разъясняли, что развертывание ранее запрещенных ракетных вооружений стало бы крайне рискованным и, в общем-то, дестабилизирующим шагом. Именно поэтому Россия объявила односторонний мораторий на размещение подобных средств в тех регионах, где не будут появляться соответствующие системы американского производства. Это наше обязательство в полной мере остается в силе. Твердо убеждены, что действия, о которых говорит О'Брайен, никак не укрепляют безопасность США и их союзников. Единственное, что Вашингтону, видимо, действительно удается сдержать такими методами, это любые поползновения со стороны европейцев проявить самостоятельность и попытаться наладить с Россией конструктивные отношения в сфере безопасности и стабильности. Судя по всему, это именно та цель, которую преследует сейчас Вашингтон. Мы уверены, что в данном контексте единственной разумной и оправданной мерой стало бы в частности, например, совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами. Россия по-прежнему открыта к равноправной конструктивной работе по восстановлению доверия, укреплению международной безопасности и стратегической стабильности. Не могу не затронуть в том числе и в этом же контексте интервью генерального секретаря НАТО господина Столтенберга. Его интервью было опубликовано норвежскими средствами массовой информации. По итогам встречи в формате видеоконференции глав Министерства обороны стран-членов Альянса 22-23 октября. К сожалению, в его высказываниях нет ничего нового, ничего позитивного тоже нет. Повторяется тезис, который уже, в общем-то, надоело, о том, что НАТО должна противодействовать угрозам с Востока. И главное из этих угроз, естественно, Россия. Для этого, по мнению Столтенберга, необходимы очередные санкции, наращивание вооружений и военных учений, закупка новых средств ПРО и ПВО, укрепление гражданской обороны и защита инфраструктуры. Ну, что это, как не фобия? Очевидно, что Альянс продолжает использовать миф о некой российской угрозе для оправдания увеличения без того необоснованно раздутого военного потенциала вместо того, чтобы реагировать на реальные вызовы. Затронул генеральный секретарь и НАТО и тему космоса, который Альянс на саммите 2019 года в Лондоне признал еще одной операционной средой наряду с сушей, морем, воздухом и киберпространством. Столтенберг заверяет в отсутствии планов милитаризации космоса, но, честно говоря, в этом есть серьезные сомнения. До сих пор действия Альянса в любой операционной среде были подчинены одной логике, мало того, это не просто одна логика, она такая единая, обобщающая логика, достижение военного превосходства. Эта линия чревата гонкой вооружений, усилением конфронтации. Необходимо сделать все, чтобы сохранить космос ареной мирного международного сотрудничества, создать надежные правовые механизмы для недопущения его милитаризации.
И еще одно такое антироссийское заявление Министерство иностранных дел Дании себе позволило. Эта антироссийская риторика в публичном пространстве вошла в привычку датских партнеров, к сожалению. Недавние заявления внешнеполитического ведомства Дании оно свидетельствует об этом же. В частности, в нем было поддержано обвинение Министерства юстиции США в адрес российских спецслужб, якобы ответственных за кибератаку посредством вируса, который распространялся в 2017 году. Вот еще одно подтверждение этому. При этом датская сторона избегает предметного обсуждения имеющихся взаимных озабоченностей в ходе двусторонних контактов. И без ответа остаются наши неоднократные предложения по поиску совместных решений по тематике кибербезопасности. Голословное заявление о необходимости привлечения виновных к ответственности для сохранения свободного и открытого киберпространства, а также бездоказательное обвинение граждан Российской Федерации в причастности к кибератакам привносят дополнительный негатив без того существенно деградировавшие в последние годы по вине Копенгагена двусторонние отношения. Украина. На днях Государственный комитет этого государства по телевидению и радиовещанию отметился очередной антироссийской акцией. Был введен запрет на ввоз на Украину ряда развивающих книг для детей. Они были изданы в России. По мнению украинского регулятора, в них содержится пропаганда, цитирую, «государства-агрессора» и «коммунистического режима». Речь идет о детских книгах. В их число попали такие книжки, как «Транспорт» и «Почему небо голубое». В них украинские власти нашли проявление тоталитарной идеологии. В решении Госком телерадио Украины отмечается, что с мая 2017 года, когда начало действовать постановление Кабмина Украины о регулировании ввоза печатной продукции из государства-агрессора, было объявлено более 4000 отказов в выдаче разрешений на ввоз издательской продукции из России. С марта 2019 года по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины о дополнительных санкциях против российских физических и юридических лиц, та же структура приостановила действие более 11 тысяч, практически 12 тысяч выданных ранее разрешений на ввоз российских печатных изданий. Эти данные подтверждают то, о чем мы говорим давно. На Украине идет просто неприкрытая война с русским языком, наращивают обороты действия на этом направлении, в частности, нарушаются права миллионов русскоязычных граждан. Они просто лишены доступа к научной, публицистической, художественной, детской литературе, фильмам, телепрограммам, ну и, в принципе, образованию на русском языке. Под запретом гастроли российских артистов, музыкантов, других деятелей культуры. К сожалению, международные правозащитные структуры не реагируют должным образом на эту насильственную украинизацию, что позволяет властям Украины чувствовать свою безнаказанность и продолжать игнорировать правочеловеческие стандарты. Я хотел бы еще раз повторить, речь идет даже не о нарушении прав нацменьшинств, а о правах миллионов русскоязычных жителей, к которым относятся этнические русские, украинцы, белорусы, армяне, евреи, многочисленные представители других национальностей. Мы призываем международное сообщество не оставлять без внимания творящийся на Украине правовой беспредел, призвать Киев к соблюдению своих обязательств в правочеловеческой сфере, включая обеспечение законных прав и свобод русскоязычных граждан этой страны. Совершенно уникальная, к сожалению, в негативном плане информации и сообщения пришли сегодня Соединенных Штатов Америки в отношении и в связи с действиями и событиями вокруг российских журналистов. Я сказала в отношении действия, а тут все вместе. И действия, и бездействия в отношении корреспондентов российских средств массовой информации. И мы, если говорить уже предметно, возмущены вопиющим бездействием представителей правоохранительных органов США в отношении нападения, которому подверглись корреспонденты съемочной группы Первого канала в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж, практически в самом центре города российские журналисты оказались в окружении толпы. Насколько мы поняли, речь идет о мародерах. Они были вынуждены самостоятельно обороняться. Нормально так, да? Развитая демократия. Просто на улицах Соединенных Штатов Америки корреспонденты снимают репортаж.
несмотря на оказание просто сопротивления, по-другому невозможно это все квалифицировать, журналисты лишились всей профессиональной аппаратуры и получили травмы. Американских блюстителей порядка не оказалось рядом не только в момент самой атаки. Ну, такое бывает. Не последовало содействие с их стороны даже тогда, когда пострадавшие журналисты непосредственно обратились за помощью к ближайшему полицейскому патрулю. Они просто отказались, я имею в виду полицейские, ехать на место происшествия. Не нашлось, чем помочь жертвам нападения и у сотрудников полицейского участка, где впоследствии россияне просили о содействии. Вот такой уровень безнаказанности за преступления против журналистов больше напоминает хронику с театра военных действий, никак не вписывается в тот образ поборника демократических ценностей, в котором себя позиционирует на международной арене это государство. Вы знаете, вот после этой истории у меня, честно говоря, возник вопрос к бывшему послу Обамы в России, господину Макфолу. Вы какую страну дикой назвали? Я понимаю, что, видимо, это останется без конкретного ответа или будет ответ дан в соответствующем стиле. Возможно, я и сама смогу ответить на этот вопрос. Просто вы хорошо научились десятилетиями скрывать проблемы в вашей стране и обвинять во всем другие страны. Конечно, особенно цинично бездействие американских правоохранителей смотрится в преддверии Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, по случаю которого Соединенные Штаты Америки, будучи в составе группы друзей по вопросам безопасности журналистов в Нью-Йорке, должны были бы присоединиться к соответствующему совместному заявлению. Напомню, день отмечается 2 ноября. Мы, конечно, требуем от Вашингтона тщательно расследовать все инциденты нападения на представителей СМИ, и российских, может быть, не только российских, но нас интересуют наши коллеги, российские журналисты. И я хотела бы обратить внимание на то, что все это, вот эта безнаказанность в отношении нападения на журналистов, происходит на фоне инцидентов, которые происходят в тех же самых Соединенных Штатах Америки, тоже в отношении российских СМИ. 27 октября в аэропорту Нью-Йорка с корреспондентом Russia Today случилось следующее. У сотрудников американских правоохранительных органов, наоборот, в данном случае нашлось немало свободного времени на проведение подробного допроса российского журналиста. Как вы думаете, какая была причина? Она не скрывалась, собственно, была и основной. Российское гражданство, а также профессиональная деятельность. Подобные действия спецслужб, самой демократичной, как она о себе заявляет, страны в мире, практика запугивания, давления, притеснения журналистов, дискриминация граждан России по национальному признаку, вызывает и возмущение, и глобальное разочарование. Мы расцениваем данные действия США как непосредственное воспрепятствование работе свободных и независимых СМИ, ограничение свободы выражения мнений. Это идет вразрез с принятыми на себя американской стороной международными обязательствами. И вообще нужно всю эту ситуацию привести в какое-то соответствие, в какое-то гармоничное состояние. Полиция должна наводить порядок и защищать журналистов от мародеры, конечно, честно говоря, каждый раз думаю, правильно ли я все вспоминаю, но да, речь идет о Соединенных Штатах Америки 2020 года. Вот так полиция должна защищать журналистов от действия неправомерных и неправомочных, а не допрашивать журналистов, когда те хотят заниматься своей профессиональной деятельностью. Еще одна тема. Как вы знаете, 27 октября президентом Российской Федерации подписан федеральный закон о ратификации Европейской конвенции об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами. Несколько слов хотелось бы об этом сказать. Конвенция предусматривает упрощение процедуры признания документов, выдаваемых посольствами и консульскими учреждениями стран-участниц конвенции. Договаривающиеся стороны освобождают от легализации документы, составленные дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами. Европейская конвенция была подписана Российской Федерацией 22 января 2016 года. На основании пункта 3 статьи 6 конвенции она вступит в силу для России по истечении 3 месяца с даты сдачи грамоты о ратификации конвенции на хранение Генеральному секретарю Совета Европы, который является депозитарием европейских договоров. Участниками конвенции являются 24 государства, все не буду перечислять, в том числе Британия, Германия, Франция, Турция. На территории стран-участниц конвенции проживает около 1,5 миллиона россиян.
Упрощение в признании документов, устанавливаемое Европейской конвенцией, будет распространяться и на граждан стран-участниц конвенции при представлении ими в российские организации документов, выдаваемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями этих государств. 28 октября состоялось первое заседание совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и КНР с другой стороны, подписанного в мае 2018 года и вступившего в силу в октябре прошлого года. Создание данной площадки знаменует собой начало качественно нового этапа сопряжения ЕАЭС, китайской инициативы «Один пояс, один путь». Напомню, эта работа последовательно осуществляется на протяжении последних 5 лет в соответствии с договоренностью лидеров наших стран. Китай является ведущим торговым партнером и важным источником инвестиций для большинства государств-членов ЕАЭС. Его доля в совокупном внешнеторговом обороте Союза составляет около 20%. Особую актуальность перевода работы по сопряжению интеграционных инициатив в практическую плоскость придает наша общая нацеленность на создание в Евразии пространства равноправного взаимовыгодного сотрудничества. Именно на укрепление региональной интеграции сегодня возлагаются большие надежды как на эффективное средство преодоления экономических последствий пандемии нового, ну уже не столько нового, но коронавирусной инфекции. Китай поддерживает инициативу формирования Большого Евразийского пространства, которая была выдвинута президентом России, и сопряжение планов развития ЕС со стратегией пояса и пути. Все это призвано создать прочную, нормативную и, собственно, проектную основу. Итоги заседания: утвержден регламент совместной комиссии, достигнута договоренность о подготовке дорожной карты сопряжения, согласована схема работы по проблематике контактных пунктов сторон, намечены пути восстановления торговли и ключевые сферы отраслевого сотрудничества. Экспорт в КНР экологически чистой сельхозпродукции, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизация, умные технологии, взаимодействие в области таможенного регулирования. Стороны условились поддерживать друг друга в рамках ВТО и других многосторонних механизмов в целях противодействия протекционизму со стороны третьих стран и защиты интересов компаний ЕАЭС и Китая. Второе заседание совместной комиссии китайские коллеги предложили провести в будущем году в Пекине. Хотел бы к этому добавить, что накануне заседания 26-27 октября Евразийской экономической комиссии и Министерство коммерции КНР провели масштабную акцию, мероприятие, это видеофорум, на тему сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь». На его министерской экспертной сессиях подробно обсуждались пути укрепления сотрудничества с Китаем в самых различных областях. Форум вызвал большой интерес среди представителей деловых кругов и экспертного сообщества. И такая праздничная информация в преддверии празднования годовщины независимости Антигуа и Барбуды. Это 1 ноября, Содружество Доминики, 3 ноября. Если в первом случае речь идет о 1981 году, то вторая дата начинает отмечаться с 1978. Мы хотели бы поздравить эти карибские страны. В представлении многих эти государства ассоциируются в основном с образом экзотических тропических островов. Не умаляя их туристических достоинств, хочу сделать акцент в том числе и на другом. Для России указанные карибские государства, невзирая на разделяющие нас тысячи километров, давно стали близкими по духу и стремлению к отстаиванию своего суверенитета и национальных интересов. Сегодня такую степень подлинной независимости редко встречаешь даже у стран с гораздо более продолжительной историей. Мы рады, что в лице народов этих стран мы имеем искренних друзей в регионе, открытых к развитию конструктивного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и равноправии, как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. Пользуясь случаем, хотел бы от имени Министерства поздравить народы этих стран и правительств с праздником, выразить наилучшие пожелания мира, процветания и благополучия. Я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, у нас подключены журналисты. Есть ли у нас среди них ТВ-3, Телевизо де Каталуния? Да, добрый день, меня зовут Манел Алиас, корреспондент государства на телеканале ТВ-3 из Барселоны, Каталония. Уважаемая Мария Владимировна, вчера появилась информация о вмешательстве России в испано-каталонские отношения. В расследовании испанской стороны говорится о том, что Кремль
подозревается в дезинформации, в дестабилизации обстановки. Более того, был перехвачен телефонный разговор, в котором говорится, что представитель с российской стороны предлагал каталонскому президенту 10 тысяч солдат и полную оплату долга. Сейчас это дело рассматривается в суде, но я хотел узнать, как вы смогли прокомментировать это заявление. Спасибо большое. Да, вы знаете, нам поступали вопросы аналогичные и от других средств массовой информации, в том числе от испанского телеканала ТВ. Что я могу сказать? Мы, конечно, обратили внимание на обнародованные накануне рядом испанских средств массовой информации публикации со ссылкой на одного из испанских следователей, который участвует в судебном разбирательстве по событиям, которые связаны с проведением так называемого каталонского референдума 2017 года. В этих материалах говорится о якобы имеющихся свидетельствах вмешательства России в данный процесс на стороне сепаратистских сил. Речь идет о зашкаливающей в своей абсурдности обвинениях в адрес, цитирую, некой группы российских граждан, которые были якобы готовы в 2017 году предоставить Каталонии финансовую и даже военную помощь в случае объявления этим испанским автономным сообществом независимости от Испании. Такие заявления строятся исключительно на показаниях, проходящих по делу представителей сепаратистских сил. Как мы понимаем, эти лица готовы идти на любые, даже самые невероятные и авантюрные декларации с исключительно одной целью – каким угодно способом интернационализировать процесс и как можно сильнее привлечь внимание мировой общественности к своему противостоянию с испанским государством. Расчет, в общем-то, понятен. Вероятно, упоминание нашей страны в данном контексте как нельзя лучше ложится, в общем-то, на почву, раздуваемой на Западе в последние годы антироссийской пропаганды и должен по мысли сепаратистов выглядеть правдоподобно. Мы воспринимаем это спокойно. Удивляет и вызывает недоумение другое. Готовность отдельных испанских средств массовой информации верить в подобные фейки и на полном серьезе воспринимать и тиражировать заведомо ложные и бездоказательные, проходящие по классу желтой прессы обвинения в адрес России, пренебрегая объективными фактами. Ничего, кроме ущерба российско-испанским отношениям, подобные действия не ведут. А также я хотела бы обратить ваше внимание на те заявления, которые делала российская сторона, в том числе по линии Министерства иностранных дел России, в те годы, несколько лет назад, когда проходили те события. Вот это официальная позиция Российской Федерации, она была не только заявлена, она и реализовывалась. Следующий, пожалуйста, есть ли с нами азербайджанский телеканал «Реал»? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Икбал Рустамов, азербайджанский телеканал «Реал» и информагентство «Репорт». У меня вопрос по Карабаху. Вчера был обстрелян мирный город в Азербайджане, Берда, находящийся далеко от зоны боевых действий. Погибло больше 20 человек и 70 человек получили ранения. Вот вопрос, как вы прокомментируете данные ситуации с точки зрения норм международного права? Это же нарушение Женевской конвенции и военные преступления. Вот позвольте второй вопрос тоже сразу задам. Как вы думаете, какую цель преследует Армения, обстреливая мирные города в Азербайджане, в которых абсолютно нет военных объектов? Спасибо. Я хотел бы сказать следующее. Нас крайне беспокоит, что в ходе конфликта гибнут мирные жители с обеих сторон. Мы с самого начала старались добиться скорейшего прекращения огня и переведения ситуации в политико-дипломатическое русло. Как я уже упоминала сегодня на брифинге, завтра в Женеве представители Азербайджана и Армении будут встречаться с председателями Минской группы ОБСЕ. На повестке дня этой встречи будут и вопросы, которые относятся к международному гуманитарному праву, в том числе тематика выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Москве 10 октября. Это прекращение огня, обмен пленными и телами погибших. Если у нас... Да, вижу Ася Иванова. Иванова, да, я правильное ударение ставлю? Иванова. Иванова, да, извините, Иванова, да, хорошо. Да.
Мария Владимировна, если позволите, вопрос тоже связан по усилиям мирного урегулирования карабахского конфликта. Вот коллега отметила потери с азербайджанской стороны, а также вчера по последним сообщениям были нанесены удары турецкими самолетами F-16 по гражданским объектам инфраструктуры Арцаха, а также были попадения в роддом, школа. В этой связи, поскольку Турция открыто декларирует свою всяческую поддержку Азербайджана, в том числе военную, имеется ли в связи с трагедией в Нагорном Карабахе основания, согласно международному праву, от введения международного эмбарго на продукции военного назначения по отношению Турции, чтобы исключить всякую возможность попадания оружия, военное оснащение, в том числе живую силу, в зоне карабахского конфликта, чтобы стороны смогли вернуться за стол переговоров, и как Россия относится к такому возможному варианту. Многие представители экспертного сообщества и отдельной политики тоже призывают к военному эмбарго. Вы знаете, я хотела бы сказать, что на этот вопрос мы уже отвечали. Я могу повторить, процитировав интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в частности, недавнее, он сказал: «Мы призываем всех внешних игроков сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса». Поэтому я бы сконцентрировалась вот на этом. И мы, собственно говоря, прилагаем все усилия, я сегодня тоже о них сказала, для того, чтобы перевести ситуацию именно в такое политико-дипломатическое мирное русло. Если у вас нет больше вопросов от подключившихся к нам, то я хотела бы сказать, что нам поступили вопросы от телеканала CNN в связи с российско-американскими отношениями. Первый вопрос звучит так: довольны ли вы тем, как развиваются отношения России и США последние 4 года? Смешной вопрос, но давайте на него попробуем ответить серьезно. Оценить 4 года президентства Дональда Трампа с точки зрения развития российско-американских отношений можно неоднозначно. С одной стороны, мы видели желание американского президента улучшить двусторонние отношения. У него сложился неплохой диалог с президентом России, были достигнуты определенные договоренности. К сожалению, существенным препятствием для нормализации взаимодействия стало то обстоятельство, что отношения с Россией превратились просто в заложников внутриамериканских политических разборок. Русофобская тематика, и кому как не CNN об этом знать, беспрестанно раскручивалась определенными силами для очернения конкурентов, зарабатывания политических очков, и это, конечно, мешало нормальному сотрудничеству. Со своей стороны предпринимали попытки что-то изменить, старались выводить американских партнеров на конструктивный диалог, но зачастую в Вашингтоне отказывались контактировать даже по тем вопросам, решение которых, в общем-то, в наибольшей степени было бы выгодно самим Соединенным Штатам Америки. Был, конечно, и позитив. Поддерживался политический диалог на высоком высшем уровнях, в том числе по проблематике стратегической стабильности. Не без проблем, но достаточно интенсивно осуществлялась координация в отношении урегулирования региональных кризисов, в частности, напрямую между оборонными ведомствами. Например, успешная практика деконфликтинга в Сирии, о чем вас регулярно информировали. Вот жалко, что мало сюжетов выходило на эту тему на CNN, ну, может быть, они исправятся. Продолжались контакты по линии бизнеса, сотрудничество между общественными структурами, научными, образовательными учреждениями. К сожалению, значительная часть, проделанная в позитивном ключе работы, оказалась в тени захлестнувшей Америку антироссийской истерии, масштабы которой ширятся по мере приближения президентских выборов. Еще один вопрос уже от телеканала CNN. Насколько вы обеспокоены тем, что отношения между странами будут ухудшаться, независимо от того, кто станет следующим президентом? Как-то телеканал, видимо, не оптимистично смотрит в будущее, а вот мы реалистично оцениваем перспективы взаимодействия в нынешних условиях, не завышаем, конечно, планку ожиданий. Политика Вашингтона сегодня имеет открыто антироссийский характер, в отношении нашей страны продолжают вводиться санкции. Вопиющий пример – это, в общем-то, пример такой нечистоплотной, нечестной игры со стороны Вашингтона, который стремится таким образом обеспечить себе неправомерные конкурентные преимущества в мировой экономике.
предпринимаются недружественные шаги, как, например, попытки заблокировать проект газопровода «Северный поток-2». Тоже об этом, я думаю, CNN известно. Большую тревогу вызывает состояние дел в военно-политической сфере. Практически действия США уже давно носят деструктивный характер. Я имею в виду развертывание систем противоракетной обороны, развал ДРСМД, сохраняющуюся неопределенность по вопросу продления ДСНВ. Тем не менее, мы не теряем надежду, что после выборов здравый смысл начнет постепенно брать верх в Вашингтоне. Наконец поймут, что ставка на дальнейшее насаждение антироссийских мифов не столько вредит нам, сколько способствует еще большему разжиганию политических страстей и нагнетанию атмосферы недоверия внутри самого американского общества. Мы также надеемся, что к американским коллегам придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы от контроля над вооружениями и урегулирование региональных кризисов до пандемии коронавируса можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков. И в этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США как ответственных гарантов международной стабильности и безопасности находится в плоскости взаимного интереса и отвечает потребностям всего мирового сообщества. Еще один вопрос. Также нам телеканал CNN прислал. Могут ли Россия и США наладить отношения во время следующего президентства или отношения безнадежно испорчены? Безусловно, непрекращающийся поток антироссийских мер, откровенно русофобская риторика, недружественные шаги Вашингтона нанесли серьезный ущерб по российско-американским отношениям, которые, надо признать, опять же, мне кажется, телеканалу CNN это хорошо известно, еще до прихода к власти администрации Трампа находились в весьма удручающем состоянии, почему-то тогда это американский телеканал CNN не беспокоило. В условиях подобной антироссийской заряженности вашингтонского истеблишмента нельзя исключать новых попыток окончательно похоронить двустороннее взаимодействие. Тем не менее, хотелось бы рассчитывать, что когда околовыборные страсти в США улягутся, с их стороны появится и проявится готовность или хотя бы интерес к выправлению отношений, о чем я уже говорила. Мы неоднократно повторяли, что готовы пройти свою часть пути в деле нормализации двусторонних отношений с США, разумеется, при наличии встречной готовности за океаном. Мы открыты к полноформатному сотрудничеству, при этом понимаем и мы надеемся, что это будет происходить при понимании, что оно будет выстроено на основе принципов равноправия и уважения национальных интересов друг друга. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, мы готовы к диалогу и совместной работе с любым победителем американской президентской гонки, вне зависимости от его партийной принадлежности. И если ситуация начнет меняться в позитивном направлении, то, думаю, уже в обозримом будущем откроются возможности сделать что-то осязаемое, продвинуться вперед в поиске взаимоприемлемых решений по актуальным проблемам двусторонней международной повестки. Еще один вопрос от афганского телеканала Asia News. Специальный представитель США по примирению, так формулируется вопрос, в Афганистане господин Халилзад заявил, что разочарован неготовностью афганских сторон к примирению в связи с неснижающимся уровнем насилия в стране. По его мнению, этот шанс политического регулирования может быть утерян. Ранее Россия неоднократно организовывала межафганские переговоры на своей территории. Какие шаги могут быть предприняты российской стороной, если переговоры в Катаре окажутся безрезультативными? Конец вопроса. Ну, в вопросе уже содержится определенная установка на обреченность межафганского мирного процесса, запущенного в столице Катар. Давайте пока воздержимся от таких формулировок, несмотря на имеющую место пробуксовку, достижение консенсуса между делегациями Кабула и движения талибов по процедурным вопросам. Все же надеемся, что стороны проявят гибкость и перейдут к переговорам по существу, тем самым сдвинув процесс с мертвой точки. Хотя действительно, на заре межафганского диалога Россия неоднократно предоставляла площадку для встреч различных политических сил Афганистана и движения талибов с целью обсуждения путей урегулирования ситуации и достижения мира в Афганистане. Состоявшееся, например, в 2019 году в Москве заседание послужили стимулом для активизации процесса мирного урегулирования в Афганистане. Участники этих мероприятий отмечали крайнюю востребованность наших усилий по содействию национальному примирению. Мы не исключаем и в будущем, в случае поступления соответствующего обращения от сторон, организацию межафганских переговоров на территории нашей страны. На этом позвольте завершить брифинг. До следующих встреч. Здоровья!